Всем привет, с вами снова Бендер, и сегодня у нас два отличных мода, которые взаимно заполняют, дополняют друг друга. Кстати, Жора, привет, и первый мод, который сегодня у нас есть, это мод на машину. У нас уже был подобный мод, по-моему, в 5-м выпуске, но тот мод ни в какое сравнение не идет с этим модом. Этот намного лучше, удобнее, машина выглядит лучше и так далее. И давайте же перейдем к крафтам, чтобы долго не разговаривать. А сначала первое, что мы скрафтим, это будет ключик для машины. Крафтится он вот таким вот способом. Один у меня уже есть, но ничего, два ключа лучше, чем один. А дальше мы скрафтим корпус для нашей будущей машины. А корпус крафтится вот таким вот способом. Понадобится железная дверь и три стекла. Видимо, мы крафтим Ладу Калину или Ладу Калину, или Ладу Приору. Какая разница, все равно российский автопром безумно отличный, просто вообще супер лучший. Я не видел, ну ладно, не будем обсуждать российский автопром. И скрафтим двигатель. Поршневой двигатель, 6 поршней целых понадобится, 2 железа и 1 частичка редстоуна. Получаем двигатель. Следующее, что нам понадобится, это колеса. Нет, сначала мы скрафтим руль, а потом колеса. Руль крафтится вот таким вот способом, а колеса крафтятся почти таким же, но наоборот. Нам понадобится всего 4 кожи и 1 железо. Получается сразу 4 колеса, очень удобно. Но тут немного по-другому. Нужно сначала сделать оси колес, а только потом крафтить саму машину. Оси крафтятся вот таким вот способом, и мы получаем 2 оси для колес. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, мы скрафтили все, что нам нужно. И, по-моему, мы можем приступать к крафту самой машины. А машина крафтится следующим образом. Сюда кладем двигатель. А также нам понадобится один сундук. Я сейчас забыл об этом немного. Нет, это закрытый сундук. Вот обычный сундук. Все. Кладем сундук вот сюда вот. Сюда кладем руль, сюда движок. 2 красителя. Одних я тоже забыл, потому что я простофиля. Где наши красители? Блин, вот же они. Причем красители ярко-серого цвета, наступает ночь, но ничего страшного. И вниз кладем железо, и получаем 1 машину. Несмотря на то, что написано, что это люкс 14, нифига подобного, это Лада Приора Кабриолет. Да, вот так вот выглядит эта прекрасная машина, творчество которой, над которой трудились миллионы разработчиков и инженеров. И, собственно, мы не сможем на них поехать просто так, видите, я даже сесть в нее не могу. Точнее, сесть я могу, нам нужно для этого использовать ключик, мы сделаем сейчас день, а то нифигище не видно. Ну ладно, можем сесть, но не можем поехать, потому что нам понадобится топливо. И это не банальный уголь, нам понадобится сделать именно бензин. Бензин крафтится следующим образом. Но для начала нам нужно сделать пустые контейнеры. Контейнеры крафтятся вот таким вот способом. Получается 4 контейнера. И дальше нам понадобится их наполнить водой. Наполняем их водой вот таким вот способом в центр ведро воды. И получаем 4 водных канистры. А дальше нам понадобится именно сделать уже бензин. Бензин крафтится вот таким вот способом. 5 углей. Видимо, сейчас я перепутал последовательность немного, но ничего страшного. Значит, другой последовательности. Или, по-моему, нет. Я, по-моему, не перепутал последовательность. Странно очень, что не крафтится. Вот уголь у нас. Выкладываем все. И что-то происходит не так. Видимо, я взял не тот уголь, возможно. Сейчас мы перепроверим это. Где же мой уголь? Где же ты уголь? Уголь, я тебя теряю. Так. Да, мой мозг взял просто не тот уголь. Я взял деревесный уголь, а для того, чтобы скрафтить бензин, нам понадобится обычный уголь, который можете найти в шахтах. Вот, берем уголь, выкладываем и получаем уже 4 топлива. И теперь мы можем полноценно покататься на этой машинке. Садимся в нее. Нет, сначала мы берем уголь, жмем правой кнопкой мыши по машине, тем самым мы ее заправили. Садимся в нее и вуаля, едем на нашей Ладе Приори Кабриолет. Как на самом деле это очень круто сделано. К сожалению, задавить, по-моему, мы никого не можем. И особой скоростью она не отличается. Кстати, топливо кончилось уже. Очень на мало его хватает. Но сам факт того, что машина есть в Майнкрафте, это очень круто. И, пожалуй, посмотрим следующий мод. Следующий мод добавляет нам двери гаража. Это очень круто, потому что нам понадобится гараж, чтобы где-то хранить эту опупенную машину. Вот так вот выглядят эти двери для гаража. И если мы жмем по рычагу, то
Там-там-там-та-да-дам-та-да-та-да-та-да-дам. Они открываются. Это, блин, безумно круто на самом деле. Можно закрывать, открывать. Давайте поставим машину и скрафтим эти двери для гаража. Так, возьмем ключ в руки, заведем машину и засадим ее сюда. Надеюсь, она поместится в этот гараж, который не рассчитан для нее. Конечно, небольшие подлагивания могут быть, но это же Майнкрафт, ребята. Чего вы хотите? А такими вещами, как Майнкрафт, это странно, что если в Майнкрафте никогда не будет лагов, это будет очень круто. Ну ладно, заговорился. И давайте же скрафтим вот эту опупенную дверку. Нам понадобится слитки железа. Вот столько слитков железа и один редстоун. Получается блок, который неотличим от железа. И давайте же попробуем сделать, чтобы они открывались. Нам нужно выставить какую-то вот примерно вот такую комбинацию. Уберись, блок шерсти, не нужен ты. Вот, что-то в этом роде примерно. И поставить сюда этот блок. Он заполняет все пространство до низу. И обязательно должны быть стенки. То есть, если вот этих стенок, к примеру, одной хотя бы не будет, то он работать не будет. Нам понадобится что-то для того, чтобы мы смогли подключить его. Будь это кнопка, возможно, это будет кнопка. Ага, давай, давай. Не работаешь. А почему ты не работаешь? Потому что нам понадобится именно рычаг. Рычаг включили. И давай, ну ты что? Ну ты что, не работаешь? Но странно. Странно, почему-то он не работает. Но я, видимо, что... А, вот, все, заработал. Видимо, надо было поменять полюс сигнала. Ладно, друзья, с вами был Бендер. Подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям о моих видео, ставьте лайки, комментируйте. Вот такие вот интересные моды. Если вы хотите, чтобы больше было интересных модов, то присылайте мне их в личку. И я обязательно посмотрю на них. С вами был Бендер, всем удачи, всем до новых встреч. Пока!